Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня будем играть в игрушку под названием Flamberge. Эта игрушка у нас такая пошаговая 2D-шная игрушка, где нам предстоит сражаться с врагами, конечно же, и здесь надо начать кампанию. Кстати говоря, могу писать по-русски New Game, это название нашей игры. Думаю, отличное название нашего... Отличное начало для нас будет с таким названием, думаю я. Да, Forest Clearing. Нужно будет зачистить лес. И сейчас вы увидите всю геймплейную, так сказать, составляющую. Проснись, случилось что-то плохое случилось. Моя голова раскалывается. Ты должен вернуться в Ночвуд. Ты должен вернуться в Ночвуд быстрее. То? Чё? Окей. Так, и вот наш герой, зовут его Логан. Хотя лучше ему, конечно, папуас идет, но да ладно. И мы должны его потихонечку вот так вот двигать к нашему врагу. И после этого атаковать его, да, вот таким вот образом мы можем атаковать. И происходит атака не сразу, нужно будет после этого нажать два раза пробел. Мы сейчас этакий тактический план составили, и после этого... После этого надо начать, конечно же, все действие и смотреть, правильно ли мы все сделали. Вот он пошел у нас, как я ему нарисовал маршрут. И сейчас он должен будет атаковать врага. Таким вот образом, бам! Графика, кстати, похожа на Angry Arrows. И, кстати, сейчас нас вот эти точки означают, что враг хочет сейчас нас напасть. Поэтому можем задизармить его, но таким вот образом. И сейчас он будет нападать, а я в итоге отобью его к чертям, и он нам ничего не сделает. И сейчас подбираемся снова к нему поближе и снова чаржим атаку, и уже должны этот его прикончить. Экзекьют, кстати, можно еще нажать, а не только пробел. Ну и все, победа наша! Так, и двигаемся дальше, что нам остается? Что нам еще остается? Только двигаться дальше. Так, и что нас здесь ждет? Здесь нас ждет какой-то странный парень интересный. Не видел такого еще. Может, у него какие-то альтернативные атаки, которых нет у других. Ну ладно. Атакуем, пошли, поехали. Кстати, я вроде бы на него навел. Что такое? What? Почему он сам взорвался? Хейнют. А, нам кто-то типа помог. Арберины. Это она или он, я не знаю. Эй, тебе нужна помощь здесь внизу? Почему ты сидишь на дереве? Догадайся, блин. Rest of the militia got stomped. I've been waiting here since them. Подожду, когда вот эти ребята растеряются, что ли, и... В общем, выжидал их здесь. Ну, снова повторю, тебе нужна моя помощь? Или я могу продолжать там делать свои дела? Спустись дерево и помоги мне. Все, теперь у нас есть отряд! У-ху! Клево. Ну, лучше бы он сидел дальше на дереве или он. Наверное, это она. Буду все-таки думать, что это она. Арбина. Аскорбинка, блин, какая-то. Ладно, так, здесь еще дофигища врагов так-то. Ну окей, двигаемся дальше. Что нам еще остается? Кстати, может, она даже дальше идет? Нет, она не идет дальше. То есть дальше, а не дольше. Идут они вроде одинаково. Так. Ну что, двигаемся сюда. И сюда. Она вроде как лучник, поэтому, наверное, может бить на далекие расстояния, мне кажется. Сейчас узнаем про эту вещь. Кстати, странно, что нас не видит враг. Так, шут. Ого, рейндж у нее такой, я скажу, не слабый. Так, окей. Будем тихонько подбираться. Я, кстати, не знаю, вдруг она может прострелить нас еще. Если я как-то неправильно что-то сделаю. Кстати, странно, что я сейчас не сделал ход свой. Так, ну окей, мы должны его вынести сейчас. Оп, экзекьют, бам. Правда, оба получили урон, к сожалению, потому что лучше нам было дизармить, а не нападать. Да, так, ладно, двигаюсь потиху, помалеху. Да я вообще там заглупил, что сразу атаку не начал. Надо было сразу атаковать, а я что-то не атаковал. Не знаю, почему я это не сделал. Так, окей, экзекьют, пошел. С такого расстояния, конечно же, вообще на изичках раскладывать врагов. Они нам вряд ли что-то смогут сделать. Единственное, что у нее идет перезарядка в один ход, и как бы она такая, понимаете, не очень-то хорошо это дело. Но он все равно не доберется до нас. Мы сейчас с такого расстояния спокойненько отстреляем этого товарища. Он ничего нам не сделает. Так, отлично, здесь надо включить, наверное, дизарм. Потому что он, бам, и обломался у нас. Так, ну нужна, походу, нам... Хотя нет, стоп, зачем?
Нам не нужна подмога, потому что у него сейчас на несколько ходов выключена атака. Поэтому он будет только рядом ходить и пытаться что-то придумать. Но в итоге мы его все-таки сейчас уничтожим. Так, главное задизармить нашего врага. Он оружие потерял в итоге. Блин, все равно нас напал еще раз. Я уже полудохлый. Это очень-очень-очень плохо. Но думаю, мы сейчас все-таки справимся. Блин, что за странную хрень я нарисовал такую? Единственное, что я не понимаю, здесь вот есть деревья, типа могу я сквозь них прострелить или нет. Выглядит, как будто нет. Но на самом деле, скорее всего, да. Пью! И ждем, 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 ждем. Прикольно, на нем стрела застряла. Он, кстати, что? А, это копье было. Я думаю, он идет и факи раскидывает налево-направо. Типа, хрен тебе. Такой, знаете. И мы победили, хотя я получил урон, но... В любом случае, мы справились. Что они за танцами занимаются? Чечетку отплясывают, что ли? А, победная чечетка! Так, space safe. Конечно же, сейф. Нам еще надо будет сохраниться. Так, forest clearing занялись. Дальше идем в лес, и здесь у нас вот что. Тут скоро будет фламбер, кстати, вот эта статуя с мечом, которая на заставке стоит, по-моему. Либо я ее на скриншотах видел. Скорее всего, на скриншотах, наверное, данной игры видел. Есть какая-то деревушка, есть еще. Надо будет сюда вот так двигаться, пересечь видео мост и попасть либо в деревню, либо сюда. Ну что, посмотрим. Forest, go. Forest, go. Gaump. Так, могу я стрельнуть в них здесь? Или здесь мешается нам? Ну, вроде могу. Так, это я поставлю на деф, наверное. Пусть там отпуливается. Ого! Вот это рейнджа у чувака было. Интересно. Так, стрелять пока не можем. Остается только дизармиться. А здесь только додж. Нам остается. Так. И, блин, еще раз дизармить надо. Блин, ну я не могу задизармить. Придется убегать тогда. И на ней будет работа по уничтожению этого товарища. Уф, мы увернулись. Но он тоже, кстати... В итоге пульнул туда, где, куда я не смог попасть. Так, придется бегать туда-сюда, что уж делать-то. Так, доджить снова надо будет. Так, доджим. Блин, и меня убили? Или нет, стоп? А, тут нет такого. Я думал, типа, знаете, если... А, если у меня... Блин, ё-моё, меня, наверное, убьют. Скорее всего, меня убьют. Так, побежали от него к чертям. Все, меня победили. Фак! Ну, я тут заглупил, да, во многом. Вон, эскейп. А, рестарт. На этот раз я, наверное, не закосячу. Я надеюсь на это. Я не ожидал, что тут парень может так хорошо сигануть, так сказать. И они уже сразу знают о нашем присутствии. Это достаточно неприятно. Но я знаю, что они будут спускаться вот здесь. И, скорее всего, я попаду. Да. Фуф, он не догнал меня. И теперь мы нейтрализуем этого чертового товарища. Так. На этом вряд ли будет нападать, видно, что он его не в агре держит. Но это, на этого нападает, но это фигня. Он как бы ничего не представляет никакой опасности, по идее. Так, это так. Это вырубаем. Ох, блин, прикольно получилось. Так, ну надо будет отскочить от этого чувака, то он сейчас даст люлей нам в итоге. Но я знаю, что он пойдет вот так, поэтому промахнусь, конечно же. Так. Ну, могу так подстрелить его, и сейчас он стопудово должен быть готов. Ей, Виктори! Почти вообще без потерь хп. Замечательно, золотишко получено. Видимо, в городе мы все-таки сможем закупиться неплохо. Блин, я не нажал пробел, чтобы сохраниться. Кто вообще это придумал? Почему она не может автосейвиться? Я по-любому хочу сохраниться. Abandoned Tower. Разрушенная башня. Или покинутая башня. Так, ох, хорошо, наконец-таки отдохнуть. А, вставай, я слышу шаги. Кто-то нас преследовали? Скорее всего. Он переоделся, что ли? Или что? Как-то как будто у него костюм изменился. О, отлично, битва, я наконец попрактикуюсь. Он такой... А, вот, у нас новый чувак появился, это он такой, типа. Так, нас и правда преследовали, а сколько их здесь? 4? 5? И один что-то сам вдалеке стоит, наверняка неспроста. Так, ну я знаю, что они будут подниматься посюда и могу бабахнуть вот так. Я надеюсь, что я рассчитываю правильно ихнюю скорость движения. И вот этих можно уже спустить куда-то вот сюда.
И бам, попал в одного хотя бы. Так, она у меня совсем, скорее всего, не справится, поэтому подвинем вот сюда. Будет идти долго, поэтому, наверное, где-то вот в этой зоне атака должна произойти. А этот чувак у нас будет лучше in steps and direction. Так, ну он подойдет поближе, поэтому степ у меня будет по-любому. Ого, а, это вот как раз тот чувак, который очень слабо атакует, но при этом... О, интересно, а как он так авто... Я неужто угадал настолько, да? Это оказалось довольно неожиданно. Так, надо скачать в эту сторону они не ожидают меня. И вот сюда надо будет бежать, нападать, наверное. Так, здесь надо с этим разобраться. Мы его сейчас прикончим. Нет, не прикончили, черт. Блин, я потерял все-таки свою... Ого! Вот это жесть! Вот это я не ожидал. Блин, меня сейчас разгребут. Какая, блин, практика? Меня тут убивают. Их слишком много, и я многое не просчитал. Так, ну чё, в одного я вряд ли справлюсь с таким мега-вражеским отрядом. И снова эскейп. Ну, да ладно, на этом буду заканчивать. Если вам понравилась данная игрушка, если хотите продолжение, можете поставить лайков. Будет много лайков, поиграю еще. А это все, ребята. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Здесь много всяких игрушек. Рекомендую подписаться, если еще не подписались. И на этом все. Всем пока, ребята. Всем удачи.